3 дня мы процесс брожения останавливаем. В этих бочках из канадской пихты 3 дня бродит эта сладкая вода. Огромные бочки. Действительно похоже на пиво. 7-8% алкоголя. Ну, в общем, брашка. Эти бочки используются 30 лет, они на 50 тысяч литров. В общем-то, только Глинфидик делает брожение в деревянных бочках. Процесс брожения освободился, закваска готова. 3 дня прошло. Брашка... А это как раз процесс дистилляции. Вот так выглядит знаменитая винокурня Вильяма, понимаешь ли, Гранта. А мы продолжаем свою экскурсию. I'll talk to everybody from now, Okay. They should have been here. Can people walk around just to find the barrels? А где же тут мой год? Если хотите поискать, вот мой год. А вот мой год. 1961. 73-75. В Шотландии существует легенда. Если вы попробуете виски из той бочки, ну, того года, в который вы родились, вы будете самым счастливым на свете человеком. После того, как вы получили дистиллят бесцветный, вы должны заполнить бочки. Можно выбрать вот такие вот поменьше. Они сделаны из американского дуба, и в нем обязательно должен быть раньше выдерживаться бурбон. Белый американский дуб, поэтому вкус более такой расслабленный, он и цвет не такой насыщенный, и вкус такой ванильно-карамельный может быть. Либо наливаете дистиллят в испанскую бочку, где раньше обязательно должен выдерживаться херес, а не побольше. И в итоге получается, в общем, разновидность Глинфидиха либо одна, либо другая. После того, как они 12 лет постоят, ну, каждая бочка имеет свой особый вкус, и чтобы, в общем, от бутылки к бутылке все у нас было хорошо, мы должны все это смешать вот в такой вот свадебной бочке, емкостью 2000 литров. Здесь порядка 4-6 месяцев выдерживается в финале Глинфидих, и после этого выходит и бутилируются маленькие бутылочки. Вот так можно зачерпнуть из бочечки вот так приходится 15-летнего вискарька, налить в кружечку. Это 60%. Это где-то 60% алкоголя. Но это уже готовый продукт. Почти. В принципе, бутилируем, когда мы бутилируем, у нас почему? Нормально. Это вот этот драм. Это минимальная порция. На одного. На одного причем. На одного. Вы можете так попробовать, Сережа. Возьмите так, глоток. Я так точно не буду. Не бойтесь. Ну что, совсем другой, да? Вообще очень. Это практически. Чтобы купаж, то есть, извините, не купаж, а чтобы винтаж не менялся от бочки к бочке, была сначала применена испанская система, когда бочки соединялись между собой патрубками, и в бочке все время оставался слой старого, старого алкоголя, и поэтому от года они соединялись, и поэтому, в общем, собственно говоря, удивительных процессов не происходило. Виски не меняло свой вкус, и оно было сбалансировано. Но для Глинфидиха, для объемов производства это было явно недостаточно, поэтому они используют метод Солара уникальный. Они берут такие небольшие бочечки на 40 тысяч литров, и все время здесь 15-летние виски, и выкачивают из них алкоголь ровно наполовину, и половину опять заполняют. И таким образом, в общем-то, эстафета передается, и вкус не меняется. Старожилы говорят. Старожилы говорят, виски кейка не едал, в Шотландии не бывал.
А другие старожилы добавляют. Не видел виски кейк? Не бывал на винокурне. И то правда, дорогие друзья.